Главные правила этикета за столом, которые должен знать каждый мужчина. Положите салфетку на колени. Через минуту после того, как сели за стол, разверните салфетку и держите ее на коленях в течение приема пищи. Отключите телефон. Лазить в телефоне в течение приема пищи – это большая бестактность. Ваше внимание должно быть сосредоточено на разговоре. Поставьте телефон на беззвучный режим и уберите с глаз. Уважайте чужие традиции. Если вы в гостях у религиозных людей и они хотят помолиться перед приемом пищи, проявите свое уважение, если не разделяете их убеждения. Просто тихо посидите, если не желаете участвовать. Ждите начала приема пищи. Невоспитанно начинать есть до того, как у всех появилась еда в тарелках. Когда вы находитесь в большой компании, вы можете начать есть раньше, если накрыли стол большей части гостей. Также вы можете начать, если вам подали горячее и оно остывает. Уберите локти со стола. Я знаю, что вас этому учила мама. Но уберите локти со стола, когда вы едите. Это приемлемо только до того, как еду накрыли на стол, между подачей блюд или же после окончания приема пищи. Подносите еду к себе. Вы не животное, и ваша тарелка – это не кормушка. Не приближайте свой рот к еде. Подносите еду ко рту. Можно слегка наклониться, чтобы не испачкаться. Нет повторным погружением. Когда вы едите хлеб или чипсы с общей соусницей, неприемлемо опускать в нее кусочек, который побывал у вас во рту. Если вы хотите еще соуса, положите его немного на отдельную тарелку. Никогда не говорите во время жевания. Говорить во время жевания чрезвычайно невежливо. Не жуйте с открытым ртом. Пережуйте пищу только с закрытым ртом и только тогда говорите. Даже если вы задумались, какую вилку или ложку взять. Я вас прикрою. Неформальный столовый набор. Обеденная вилка и вилка для салата. Обеденный нож, обеденная ложка, ложка для супа, чашка для супа, тарелка для салата. Обеденная тарелка. Бокал для воды и вина. Все просто. Формальный столовый набор. Обеденная вилка. Вилка для рыбы и вилка для салата. Обеденный нож. Нож для мяса. Нож для рыбы. Обеденная ложка. Ложка для супа. Вилка для морепродуктов. Чашка для супа. Тарелка для салата. Обеденная тарелка. Тарелка для хлеба и нож для хлеба. Десертная ложка и десертная вилка. Бокал для белого вина, красного вина, шампанского и бокал для воды. Бум! Неважно, формальный или неформальный обед. Начинайте с приборов, которые лежат дальше от тарелки, и делайте свое дело.